Привет всем! И сегодня у нас квадрокоптер для новичков, FPV квадрокоптер для новичков. То есть, если кто хочет купить бюджетный квадрик с коллекторными движками и FPV версию, то есть полетать, посмотреть, что у нас находится вверху, то как один из вариантов, да? Смотрите, как упаковано. О, прикольно, все в твоей коробке, вот так вот скажем. Итак, значит, комплектация у него RTF, Ready to Fly, то есть мы в комплекте получаем и аккумуляторы, и все подряд. Вот так вот выглядит сам квадрик, достаточно большой размер, слушайте, на картинке он выглядит поменьше, а тут в размерчик внушительный, но коллекторные движки. Так, коробочку сюда. Значит, квадрик получили. Хорошо. Дальше. Аппаратура управления. На коробке написано, существуют разные комплектации. Есть просто квадрик, есть квадрик с камерой, есть Wi-Fi версия для подключения к вашему мобильному телефону. А есть версия, как у меня, вот с такой вот аппаратурой. У нас здесь экранчик 4,3 дюйма. Ну, хабсановская аппаратура, да, понимаете? То есть полностью, но немного другая. Измененная, кнопочки здесь сбоку. В комплекте мы получаем карту памяти на 2 гигабайта. Картридер тоже есть в комплекте. То есть полностью вот достали, зарядили и полетели. Защитная пленочка, которую необходимо снять. Ах, не подковырнуть. Ну ладно, сейчас потом подковырнем. Так, ну давайте по комплектации сначала. Здесь у нас аккумулятор. Аккумулятор, наверное, внутри. Тут у нас имеется зарядное устройство для нашего аккумулятора квадрокоптера. И зарядное устройство для нашего аккумулятора нашей аппаратуры, да, 3,7 вольта, однобаночный аккумулятор на 550 мАч. Хабсан даже такого не предлагает, они предлагают только ставить туда пальчиковые, а здесь от липа аккумулятор питается, очень удобно, молодцы, и весит такая аппаратура меньше за счет этого. В комплекте мы также получаем камеру, 2-мегапиксельная камера 720p, HD разрешение. В общем-то, ничего сверхъестественного не ожидайте, потому что этот квадрик так побаловаться. Но мы посмотрим, как он снимает и как он пишет. Картридер, о котором я, собственно, и говорил, и камера. Наклоном камеры мы можем управлять, но руками, соответственно, не можем с аппаратуры. Мы можем ее сделать вверх, можем сделать ее вниз, вон, до какого угла, чтобы вообще посмотреть вниз. Но только с земли. Вот. Здесь есть провода, подключение к квадрику, чтобы нам передавать все это изображение. О! Стоп, на американскую. А, здесь евро. Понимаете, посылают мне и кладут, видят, что российский же покупатель, но кладут американскую вилку зачем-то. Она нам не нужна, ее можно выкинуть. Вот, потраченная зря. Так, а здесь у нас, все, ох, как круто здесь у нас. Давайте в сторону. В комплекте мы получаем, нет, не круто, всего 4 винта. То есть запасных нету, хотя квадрик для новичков, я думаю, можно было и положить, но вам придется тогда купить отдельно, чтобы на всякий случай вдруг куда-то влепитесь, да? А, нет, ой, наговариваю, слушайте, 8 винтов, не заметил, извиняюсь. Все, в комплекте 8 винтов, то есть вам не нужно ничего докупать, забудьте все те слова, которые я говорил только что 30 секунд назад. Шасси наши, чтобы наш квадрик был выше земли, чтобы мы установили камеру. И защита на винты. Винтики в комплекте, каждая защита крепится на 2 винтика, то есть вот так вот. Но это для новичков, то есть если вы умеете летать, то не ставьте, только нарушается аэродинамика квадрика, летает хуже, дополнительный вес, объем и все дела. Вот, но для новичков поставить можно. И еще, это для шасси наших. Вот, собственно, вот такая, друзья мои, комплектация. Я предлагаю пойти затестить квадрик, который умеет возвращаться домой, но здесь нет GPS, нужно правильно взлететь, летать только перед собой, и вы сможете его вернуть. Понимаете, да? Headless mode, опять же, точно такая же ситуация, нужно взлететь, прямо летать перед собой, тогда заработает headless mode. И умеет делать флипы. Все, то есть, ну и FPV, соответственно. Так что давайте пойдем полетаем, зарядим аккумчик. Кстати, я не сказал, какой здесь аккумчик. Кстати, его надо еще и, откручивать тут. Ну вы даете. И отвертка была в комплекте, написано на сайте же. Вот она в комплекте. Сейчас я скажу, какой здесь аккум, потому что информации разные. Где-то пишут 1500 мАч, где-то говорят 1800 мАч. И я сейчас скажу, какой здесь аккум. Оп. И питается все это дело. Ой, какой разъем здесь. Типа микротомиевский, знаете.
Аккумулятором 1800 мАч, 7,4 вольта. То есть двухбаночный. Зарядное устройство в комплекте, но как бы заряжать будет долго, поэтому рекомендую заряжать все-таки другими зарядками. Ладно, заряжаю и пойдем летать. Так, ну что, давайте запустим. Значит, включаем нашу аппаратуру. Включаем наш квадр. Чик. Все. Видите, да, что там находится у нас? Так, значит, наоборот. Включаем квадр, включаем аппаратуру. Иначе не получится. Воу-воу-воу, получилось, понял. Так, ну давайте, значит, посмотрим, как он у нас летает. Немного, значит, что касается кнопочек, здесь у нас как бы менюшка есть, но она небольшая. То есть там совсем чуть-чуть. Мы можем посмотреть яркость и view, то есть picture, видео можем посмотреть, да, что мы там наснимали. Так, выход отсюда. А, это я вошел. Двойное нажатие, то есть зажимаем и выходим. Вот, зажимаем. Выходим. Все, менюшка ни о чем. Значит, это у нас фото, это у нас видео, это флип, это headless mode. Ой, включил случайно headless mode. Вот, вырубил. Это у нас двойные расходики. Ну и все. То есть, и возврат домой здесь. То есть, так, давайте жмем запись видео. Нажали. Расходики. Двойные. Жух, ветерок есть. Сейчас попробуем флип сделать. Ох, слушайте, такой массивный квадрик-то. Достаточно большой. Подсветку видно. Достаточно яркая подсветка. Значит, мы зажимаем кнопку флипа, нажали, пищит, и мы в этот момент делаем флип. То есть все просто. Давай посмотрим на headless mode, который у тебя есть. То есть я сейчас повернулся. Ой, я запутался. А где ж перед-то зад? Зажимаю кнопочку headless mode, и квадрик возвращает себе домой обратно. Вот, то есть это у нас вперед, да, получается. Давайте спустимся немного. И это у нас назад. Как бы сейчас я его не повернул, он у нас летит, ну, относительно назад, то есть чуть-чуть под углом приходится сжать. Вырубаем. Так, 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 обратно. Давайте передом повернем его. Конечно, расходиков не хватает. То есть хочется побольше. Так, потеря связи была. Квадрик при этом не отключает ничего, движки не отключает, то есть все летает, как летало. А что ж ты медленно так летишь-то? Не понял. Ну-ка, садимся. Бум! Вот, все, двойные расходы, 100%. Так, значит, с этим понятно. Ну, а давайте посмотрим, что он у нас пишет. То есть, что мы получаем на видео. Сейчас камера у нас сфокусируется. Вот, камеру можно наклонить, естественно. Можно не наклонять, но мы все равно как бы вот летим, нам приходится, да, наклоняться. Ну, скажем так, картинка относительно четкая. Я вижу, куда лечу, я вижу дорогу, я вижу все. То есть с этим проблем нет. Дальность проверять лучше не стоит на таких квадриках. Опа, картиночка пропала. Вот она, связь пропала. Хотя нет, летит. То есть пропала только видеосвязь. Квадрик уже близко, но видеосвязь не восстанавливается. Почему? Пропала видеосвязь. Садимся. Наверное, надо перезагрузить тебя теперь. Газ в пол, полетели. Короче, далеко лучше не улетать, как я понял. Но это, наверное, глюк был аппаратуры все-таки. Вот. Ну, в общем-то, картинка плывет. То есть мы видим, что у нас желе небольшое. В камеру, наверное, тоже видно нормально это. Вот, двойных расходиков квадрику не хватает. То есть достаточно медленный, ветра, ну, сильного нету, но он есть сейчас. Вот. Ну, давайте повыше взлетим, конечно, посмотрим на наши красоты. Это река у нас Дубна. Повернемся сюда. Тут у нас Волга. Опасно, я боюсь на нем далеко улетать, а то связь пропадет, а он, как видите, не вырубает. Ну, в общем-то, все видно. То есть побал, заторможенность в движении есть. Я, смотрите, жму стик.
а он позже соображает. Так, потеря связи была небольшая, ну, в смысле, потеря видеосигнала. Давайте спускаться, летим обратно. По видео мы поняли, что летать можно. Давайте-ка сюда вот перейдем. Жух. Летать можно, но осторожно, друзья мои. Осторожно, вот где трава вот. Сейчас нет солнца никакого, то есть поэтому картиночка, ну как бы нас экран не засвечивает ничего. Ну и земля получается не яркая, да, то есть во время солнца у нас яркая земля будет, то есть все поярче будет, покрасочней. Сейчас такая пасмурная погода стоит. Так. Воу, давай. Вырубаем газ, сейчас попробуем. Газуем, 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 давай, давай, давай. Ух ты, тяжело. Масса, а двухбаночного аккума ему недостаточно. Так, вырубим запись на всякий случай, чтобы она сохранилась, чтобы хоть что-то вам показать с квадрика. Ой, а у меня застыла картинка. О, смотрите, опять глюк какой-то. Реально, я нажал остановить запись, и у меня застыла картинка. Надеюсь, запись сохранилась. Да, немного глючновато тут, конечно. Ну, давайте флип поделаем хоть. Не дает флипы делать, аккум уже севший. Да. Ну что, квадрик как-то получился реально на троечку. Да, летает, да, яркая подсветка. То есть, да, в принципе, видно все в экран. Но картиночка плывет. Бывают квадрики хуже. То есть, реально, бывает хуже изображение, экраны хуже. Здесь в этом плане все, ну, плюс-минус нормально. То есть, полетать можно, скажем так, медленно полетать можно новичкам, да, не больше. Вот, значит, из минусов, ну, если вы умеете летать, то реально для вас он летает медленно. Хочется быстрее. Глюки какие-то, аппаратуры, точнее, видеопередатчик или экраны, не знаю. Связь просто рубится и все. То есть летим-летим, хоп, ну а потом что, найди его, попробуй еще, да? То есть пусть недалеко, но можно потом запутаться. Вот, потому что headless mode штука такая, только летать перед собой, и возврат домой тоже работает только если мы летаем перед собой, а не за собой, если мы вдруг туда улетели. Поэтому как-то немного глючновато аппаратура в этом плане, здесь мне не очень понравилось. Вот, ну и чувствуется, он тяжеленький, то есть он себя так ловит это с трудом. Мощности бы ему, конечно, добавить побольше, друзья мои. Все ссылочки в описании, выбирайте себе квадрики. Это получилось как-то на троечку. Делайте правильный выбор. До встречи.